Так, Юр, вот от этой стенки и до конца вот этот ангар, а то, что около него, это не наше. Вот это то, что внутри. Сам ангар, соответственно. Сам ангар, то, что внутри, это лот второй. Насколько я понимаю, содержимое этого ангара — это второй лот. Так, Валера, а что нам здесь надо померить, скажи мне? Вот эти? Понятия не имею. Ну и серьезно, вот здесь вот эти балки. Вот эти балки? Да, которые наверху. У тебя метр есть? Ну, метр взял? Да не, я взял на мере, а в смысле есть. Ну, давай попроси. Юра попросил, давай мерить. Ну, а тут больше ничего нет, кроме этих баллов. Ну да, больше ничего нет. 22. Сейчас, секундочку. Секундочку. Высоту я все равно не знаю. Да высоту тут. Что ему тут мерить будет? Высоту. 8. Сейчас. Секунду. Все, только сам каркас вот тут. Да. А, балка полая. Как ты видишь, с той стороны то же самое. Так, ну а высота, встань, пожалуйста, около этой балки. Ну так хоть, примерно. Для ориентира. Да, для ориентира. Так. У тебя там сколько там? 1,74 м, да? 72. 72 потом у тебя. Ну, если 72, то раз, два, три, четыре. 4,5 Валерки. Высота. Ну, соответственно, вот железная арматура наверху. До нее не добраться. Да. Еще раз смотри, вот здесь двойные балки, они идут до конца. То есть их здесь 7 штук двойных. Но, правда, с одной стороны, со второй стороны идут одинарные. Да. Так. Наверху крепежка. Вот они пошли, балки, крепежки. Вот. И над балками, над каждой балкой, я сейчас тебе увеличу. Вот они идут. Вот здесь такая крепежка. И вот здесь. И вот здесь она опять же двойная. Вот она, двойная будет. И вот она идет по всей длине здания. Там есть баллоны, три газовых аппарата. Мы уже сняли еще какие-то аппараты. Газовые баллоны денежные точно. Сейчас там можно залить в интернете. Там, вот они. Ошибаюсь, 36 штук, но вновь должны быть. А вот, конечно, по и самой массе, черт его знает. Вот, там одинарные. Сейчас я увеличу. Вот, получается, если вот таких вот балок, получается, здесь 3, 6, 7. 7. 14 плюс 28. 28 вот такую вот фигню. Там есть еще и запечатанные. Вот.